создана, создавалась уважаемыми ветеранами. И сегодня хотелось бы еще раз сказать им большое спасибо, низкий поклон за то, что они создали в те славные годы этот мощнейший комплекс. И сегодня именно благодаря этому наш регион развивается, имеет хорошую положительную динамику. И люди ощущают, что пусть, может быть, не так быстро, как хотелось бы, но жизнь меняется, и меняется к лучшему. И еще одно, то, что сегодня в вашей компании очень много молодежи. Это радует, что те добрые традиции, которые основали когда-то ветераны, они, конечно же, работали совершенно в других условиях, не в тех добрых и комфортабельных, которые сейчас. Я всегда вспоминаю те кадры, невесту в белой фате, но в болотных сапогах, потому что по-другому нельзя было пройти к ЗАГСу. И сейчас, к счастью, нет таких картинок, совершенно другие. Но все-таки вот чтобы тот дух первооткрывателей, дух именно того, что надо победить, надо сделать, надо добыть эту нефть или газ, и это сделать во благо не только себя, но во благо других людей. Благодарность губернатору Тюменской области награждается Сосновский Марина Владимировна, главный специалист отдела геологии ТНК УВАТ. Чернышкин Иван Александрович.